Молодежь сегодня узнала, как работает администрация города. На один день они заняли главные руководящие посты муниципалитета и руководителей бюджетных учреждений. Оксана Шосток расскажет о том, как прошел день дублера. Половина девятого утра. Все на посту. Как говорится, бережное отношение к своему и чужому времени, высокий человеческий такт и первое правило любого руководителя. Со своими дублерами знакомится заместитель главы администрации, руководитель аппарата Хизри Алхаматов. К работе приступают сходу. Здесь времени на раскачивание нет. Поступающая почта, которую нужно... 76 писем у меня здесь надо, которые рассмотреть. После 6 часов сегодня начнем рассматривать. После небольшого введения сразу к делу. Сегодня на повестке дня аттестация сотрудников. Это всегда очень ответственно и серьезно. Но новоиспеченные руководители не теряются и без стеснения включаются в процесс. Важно, как жители города, знать о том, насколько и как непосредственно в администрации проходят все эти процессы. И как в конечном итоге администрация выполняет такую важную функцию и несет такую важную ответственность перед населением. Татьяна Коломеец – представитель активной и инициативной молодежи города. Она была участницей молодежного форума «Живем в Муравленко», где выбрали 5 лидеров. Если честно, очень ждала этого дня, потому что такой ответственный, важный, хочется и раскрыться, и хочется много всего знать для себя. Поэтому, конечно, очень волнительно. Первый заместитель главы администрации Андрей Лукьянов готов делиться секретами своей профессии. Он рассказал своему дублеру о подготовке городских структур к летнему периоду и перспективах строительства в городе. Обозначать вектор развития в этих сферах особенно важно. Мне будет интересно погрузить в один мой рабочий день моего дублера, чтобы, так сказать, окунуться, почувствовать пульс жизни города. В течение всего дня дублеры в тандеме со своими наставниками изучали документы и специфику работы. Встречались с подчиненными и выезжали на различные объекты и мероприятия. Все рассмотренные вопросы во время рабочего процесса абсолютно реальны и актуальны для города. Это еще раз подтверждает постулат о прозрачности и доступности муниципальной власти. Одна из задач, которую мы ставим на день дублера – отбор специалистов, которые в дальнейшем могли бы работать в администрации. День дублера – это не только отличный шанс проявить себя, но и реальная школа жизни для молодежи. Ребята воочию убедились, насколько интенсивен труд муниципальных служащих. Оксана Шосток, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.